Всем привет, с вами Алавацкий. Сегодня у нас в качестве модели вот эта вот голова, которую я не так давно стриг. В общем, здесь у нас площадочка, но не суть. Сегодня опять же у нас также идут лайфхаки. Лайфхак касаемо использования пудры Альфа-Ом. Вот так она у нас выглядит. Многие просто не знают, как ее правильно наносить, и поэтому не так уж часто пользуются. Хотя на самом деле продукт очень крутой, она очень мощная, и при этом можно ее использовать по-разному, то есть как минимум три вида использования. Во-первых, смотрите, когда вы хотите поставить корни вот такого типа, вам потребуется изначально, ну, соответственно, открыть пудру, флакон, и уже оттягивать пряди и просыпать на кожу головы. То есть вы должны просыпать именно на кожу. Вот таким образом. В дальнейшем потом пальцами от лица, я иногда даже придерживаю затылок, и от лица немножко втираем вот таким образом. Благодаря этому корни привстают, и, соответственно, у вас волос уже торчит наверх. Но бывает такое, что флакон плохо сыпется и все остальное. Для этого просто можем закрыть пальцем, стряхнуть, потому что бывает просто оседает, либо если у вас очень влажное помещение, то есть пудра может быть более влажной. Соответственно, ее нужно просто немножко разогнать, чтобы она снова рассыпалась. И потом это легко наносится. Также вы можете, если, допустим, у вас либо мало пудры осталось в флаконе, либо в целом у вас просто пудра плохо сыпется, и вы хотите больше, можно наносить вот таким образом, то есть вы поднимаете флакон и постукиваете сверху пальцем. Давайте покажу это чуть ближе. То есть вот таким образом. Как видите, пудра очень хорошо просыпается, и в дальнейшем вы можете ее очень легко наносить. И также еще один метод, это когда вы ставите флакон боком, можно приподнять немного голову, и нажимаете, то есть сжимаете сам флакон. Так у вас получаются такие как бы выстрелы. Давайте покажу еще ближе. Допустим, где это применяется чаще всего? Удлиненные стрижки. Здесь степень нанесения очень большая, то есть площадь у вас полностью покрывается, ну, соответственно, и расход тоже не маленький по пудре. Поэтому старайтесь тоже наносить, ну, где нужно. Потому что если вам нужно просто немножко корни приподнять, тогда наносите по корням. Если вам нужно просто просыпать побольше, постукивайте. Если же вам нужно зафиксировать удлиненную стрижку, больше по длине дать объема, потому что пудра фиксирует не только корни, но и концы волос, и вообще, в принципе, весь волос. Поэтому тогда вы уже используете нажатие и начинаете стрелять. На этом, в принципе, все. С вами был Алавацкий. Подписывайтесь на канал, используйте правильную, качественную продукцию, ставьте лайки, комментарии, задавайте свои вопросы. На этом все. Пока!